Слава Богу. Давайте поприветствуем его своими аплодисментами. Praise God. Слава Господу. Аминь. Ты счастлив сегодня утром? Иисус здесь сегодня. Аминь. Чудесно. Драгоценный Иисус, мы приветствуем Тебя сегодня. Мы благодарим за возможность поклоняться Тебе. Мы любим Тебя, Иисус, и просим Тебя, учи нас сегодня чему-то. Мы открываем свои сердца для Тебя. И мы отдаем Тебе все свое внимание. Тебе. Отец, я прошу Тебя, помоги нам понять условия жизни и понять все то, что Ты хочешь сделать через наши жизни и в наших жизнях. Благослови эту чудесную церковь, Иисус. Пусть она процветает. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. 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 Ты Господь, святый Дух Святый. Let's lift our hands and worship the Lord. Давайте поднимем наши руки и будем поклоняться Господу. Аллилуйя, супер, супер, твоя сторона, зоря горде, ожалеешь ты. Чудесно. Слава Господу. Аминь. Чудесно. Слава Господу. Поверни соседу и дай ему объятия от Христа. Я видел, что вы это можете делать. Пусть Бог благословит вас. Let's go to the Word. Давайте откроем Слово Божье. И откроем Библии. Или айфоны. Или самсунги. И просмотрим Писание вместе. Давайте откроем 1 Петра, 2 главу. И будем читать с 21 стиха. И Петр говорит здесь. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал».
но предавал та судей праведному. Instead, he entrusted himself to him who judged justly. He himself bore our sins. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. So that we might die, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. By his wounds we are healed. Ранами его вы исцелились. Jesus, we ask you. Иисус, мы просим тебя, открой это слово для нас. So that we see what you want us to see. Чтобы мы видели то, что ты хочешь, чтобы мы видели. Аминь. Каждый пусть скажет ранами. Сегодня мы поговорим о ранах. Мы здесь прочли, что ранами его мы исцелились. Когда Иисус увидел своих учеников после воскресения, первое, что Он сделал, Он показал свои руки и показал свои раны. А что о твоих ранах? Осмеливаешься ли ты показывать свои раны людям? Или это ты показываешь, стыдишься, боишься? Иисус делал противоположное. Он показал свои раны. Иисус продолжает иметь эти раны. Нету боли в его ранах. Они зажили. Потому что это произошло, чтобы был спасен весь мир. И эти раны были доказательствами. Когда я был молодым верующим, я думал, что очень сложно. У меня были проблемы. Иисус, почему у тебя раны? Ты Господь, ты сильный, ты человек силы, и у тебя все еще раны, и ты не стыдишься своих ран. И первый раз, когда я прикоснулся к этой теме, и об этом я буду проповедовать сегодня. Когда я был маленьким, мне было 9 лет, и я вернулся из школы. Было очень много людей в доме. Of course, it was always a lot of people. И всегда в нашем доме было много людей, потому что нас было 8 человек детей. И поэтому у нас в доме всегда было шумно. Но в этот раз все было по-другому. Было что-то странное там. И там был чужие люди. И когда тебе 9 лет, все люди тебе кажутся старыми и большими. И я немного испугался, когда увидел этих людей. Когда я зашел, и эти люди говорили с моей матерью, и я посмотрел в ее лицо, и я увидел какой-то ужас. И я подбежал к матери и сказал, что случилось. Эти люди пришли и рассказали историю, как мой отец, они были его коллегами, умер во время ужасного происшествия. Я посмотрел на свою мать. И впервые в жизни я увидел в ее глазах, я увидел раны. Она собрала всю семью, и мы сели, и она сказала: дети, сегодня ваш отец оставил нас и пошел на небеса к Иисусу. Теперь нам нужно помолиться Господу,
И поклоняться Ему. I did not understand this. Yes. Я не понимал это. Она подняла свои руки, и слезы катились по ее лицу. Я видел раны внутри нее. Затем я последовал ее примеру. Я увидел, как внутри ее сердца была эта рана всю остальную жизнь. Но не было стыда или чувства вины. И она никого не обвиняла, не обвиняла Господа. Она просто поклонялась Господу. И она была счастливой женщиной. Она была радостной женщиной. И я вырос в этой атмосфере. И это имело сильное воздействие. Какие взаимоотношения у тебя с Господом? С одной стороны, возможно, произошло что-то ужасное в твоей жизни. Ей было всего 40 лет, когда осталась она вдовой, моя мама. И после этого она должна была заботиться о нас, но она никогда не жаловалась. И она никогда не оставила внутри нас чувство вины. Она просто поклонялась Господу. Но я видел ее раны. Я не мог это понять. Но позже, когда мне исполнилось 20, я обнаружил, что когда я приблизился к Господу, у него тоже были раны. Раны зачастую — это признак слабости. Иисус, ты слаб? Нет, Он не слабый. Он сильный. Но внутри Него у Него все еще раны. И сегодня я хочу научить вас, как жить с ранами. И чтобы это не было препятствием или ограничением, но чтобы они стали ресурсами в твоей жизни. Каждый имеет рану. Никто не может прожить эту жизнь без того, чтобы его обидели или чтобы он не получал никаких ран. Поэтому, когда мы проживаем эту жизнь, мы получаем раны, нас обижают. И невозможно иметь какой-либо тип взаимоотношений без того, чтобы получить раны. Каждый в этой чудесной церкви, ты имеешь раны. Каждый в мире имеет раны. И Библия очень много говорит о ранах. И мы просмотрим несколько примеров, которые дает нам Библия. Places, people that can wound us. Места или люди, когда люди обижали нас, первое, это наши друзья, которые обижают нас. Было ли с тобой такое? Возможно, твой лучший друг обидел тебя. Те, которые близки с тобой, и которых ты в самом деле любишь. Возможно, члены семьи, родители, дети, родственники, друзья. Иногда наши друзья обижают нас. В Захарии 13:6 написано: и отчего же на руках у тебя рубцы?
И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Это очень сложно. Потому что когда мы со своими друзьями, ты складываешь свои оружия, потому что ты не ожидаешь никакого удара со стороны друзей. Но иногда такое случается. Иногда мы бываем обижены из-за слов. В притчах 15, с 1 стиха, говорится так. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Иногда тебя оскорбляют через слова. И когда я сейчас проповедую, мы все находимся или в ситуации жертвы, но также мы можем быть обижающими. Иногда мы сами обижаем других, используя слова. И знаешь, каково это обижать людей через слова? Когда мы используем те слова, которые ты знаешь, что этим ты оскорбишь ранящих. Поэтому иногда слова являются причиной обид. Иногда мы обижаемся, когда мы чувствуем предательство по отношению к нам. И это ранит наши сердца. В притчах, в той же главе, в 4 стихе, написано, кроткий язык – древо жизни, но необузданность – сокрушение духа. Иногда, когда мы встречаем предательство или измену, это ранит тебя очень глубоко. И ты должен жить с этими ранами. Или другое место, где нас ранят. Когда мы живем поверхностной жизнью. Знаешь, такой стиль жизни Библия называет мирской жизнью. И жить такой мирской жизнью, это значит жить поверхностно. И такая личность, он не живет от всего сердца. Почему это так происходит? Потому что многие люди, единственный путь для того, чтобы выжить, это всегда держась на готове свои оружия. И они не вкладывают свое сердце в свои взаимоотношения. Они живут поверхностной жизнью. Но Библия говорит, призывает нас к другой жизни. Иисус наш пример. И когда мы живем как верующие, мы должны жить от сердца. Откуда происходит вера? Потому что вера идет из сердца. И скажи аминь на этом. Поэтому очень важно, чтобы ты вкладывал свое сердце во все то, чем ты занимаешься и делаешь. Но, например, когда в своих взаимоотношениях ты вкладываешь свое сердце, тогда ты берешь определенный риск. И это риск в том, что тебя могут оскорбить, обидеть. Но ты должен взять этот риск.
exemplifying to us. Единственный пример, который является примером для нас, это жизнь, когда ты живешь уязвимой жизнью. Знаешь, многие люди, они просто закрывают свое сердце, как будто камень в их сердце, и живут не от сердца. И таких людей мы называем жестокими сердцем. Когда ты живешь поверхностной жизнью, у тебя будет такое каменное сердце. Because they have never looked into the scar mark Jesus. Знаешь, люди никогда не смотрели на раны Христа. Они никогда не приходили к Иисусу, чтобы показывать свои раны Иисусу, исцеляться от Его ран. Поэтому в этой жизни они просто пытаются выжить. И, знаете, стараясь быть насколько возможно суровыми и строгими. И как будто они понастроили какие-то стены, которыми пытаются защитить свои собственные сердца. И из-за этого они не могут иметь интимные, близкие отношения. Тебе необходимо открыть двери своего сердца. Но когда ты открываешь двери своего сердца, ты можешь быть обижаем. И ты должен учесть это. Но даже в этом случае, даже если ты знаешь, что тебя могут обидеть, ты не имеешь никакой другой альтернативы, потому что ты должен жить так, как прожил Иисус Христос. Иисуса били розгами и причинили Ему раны. Во всех сферах, об этом мы поговорим сегодня. Иисус — пример для нас. И Он знает обо всем том, о чем мы говорим сегодня. И все равно Он избирает жизнь с открытым сердцем. Он умер, потому что его сердце было сокрушено. Он умер, потому что его сердце было разбито. Когда ты встречаешь Иисуса, ты встречаешь его сердце. Мой друг, когда твой муж встречается с тобой, видит ли он твое сердце? Когда твоя жена встречает тебя, видит ли он? Видит ли она твое сердце? Когда ты во взаимоотношениях с членами церкви, разве люди, которые вокруг тебя, они видят твое сердце? Или ты боишься показывать свое сердце? Потому что в них есть раны. Потому что в сердце твоем есть раны. Невозможно жить жизнью от всего сердца с открытым сердцем и не показывать раны. Потому что они есть в твоем сердце. Поверхностный стиль жизни. Иногда нам кажется, что к нам отнеслись несправедливо. И это причиняет раны нам. Иов говорит в 34 главе, в 6 стихе. Несмотря на то, что я прав, Бог лишил меня суда. И моя рана неисцелима без вины. Это очень сложно. Несмотря на то, что ты не делал этого, все равно тебя обвиняют, но в этом нету твоей вины. Это так несправедливо.
Почему это должно произойти со мной? Я не делал ничего плохого. Но все равно я обвиняем. И это причиняет раны твоему сердцу. Что ты прочитал сегодня утром? Мы прочитали о том, что мы должны следовать Иисусу Христу. Он не был виновен. Он не делал ничего неправильного. Но все равно он занял место грешника. Как ты решаешь эти вопросы? Мирским путем? Просто восставая против этого и сказать всему миру: это не моя вина, я не виновен, это неправильно. Иисус, путь Иисуса — это взять вину на себя и идти за Иисусом. Скажи аминь. Скажи аллилуйя. Скажи слава Господу. Я хочу понять, я нахожусь на христианском служении или нет, потому что мы говорим такие слова на служении. So when we feel unjustly treated. Иногда мы обижаемся, когда с нами поступают несправедливо, и это причиняет нам раны. И последнее, что я хочу сказать тебе, это ненужные раны. И в притчах, 23 главе, в 29 стихе мы читаем: у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Ненужные раны. У кого эти ненужные раны? Те, которые сидят за вином. Которые приходят отыскивать вина приправленного. Очень много примеров этих ненужных ран. И самый лучший пример — это алкоголь или наркотики. Как много ран и несчастья приходят из-за этого. Как много раненых детей. И как много раненых жен и мужей из-за алкоголя. Сколько разрушенных жизней из-за этих ненужных ран. Мы все знаем это. И все равно эти раны есть в наших жизнях. Но эти раны Библия называет ненужными. И, конечно, я говорю о разных вещах и о разных местах, где ты можешь получить эти раны. И сейчас мы обобщим все это, потому что каждый из нас, у нас есть раны. Возможно, у тебя не ненужные раны, а может быть, у тебя есть такие. Возможно, тебя ранили словами или обращались с тобой несправедливо. Возможно, тебя предавали, изменяли, отвергали. И это причинило раны в твоем сердце. Знаешь, не нужно быть супердуховным, чтобы прийти к заключению, что каждый, кто сидит здесь сегодня, у тебя есть раны. Но мой вопрос сегодня тебе: как ты обращаешься, что ты делаешь с этими ранами, как
ты поступаешь. Многие годы я пытался просить Господа, чтобы Он убрал мои раны. Я не хотел это. Я пытался скрывать это. И я не говорил об этом. Я пытался поступать так, как будто этого не было. И это длилось многие годы. Сейчас я взрослый человек. Ну, не очень пожилой, но взрослый. И я пришел к заключению. Иисус не забрал мои раны. Почему? Иногда я сажусь и говорю сам с собой. И я получаю удовольствие от общения с самим собой. Это так забавно. Я говорю с собой. Я говорю, Стефан, почему ты хочешь освободиться от своих ран? В чем причина? That you are some kind of a superman. Возможно, потому что эти раны портят общую картину того супермена, которого ты хочешь показывать. Возможно, потому что люди посмотрят на тебя и увидят, что ты несовершенный. Это так, Стефан? And when I look at Jesus, и когда я смотрю на Иисуса, я вижу, что Он имеет раны. Посмотри на меня. У меня тоже есть раны. Почему ты хочешь освободиться от этих ран? Я пришел к тому заключению. Я имею выбор. Օգտագործելու աշխարհի մոդելը использовать мирскую модель в этой сфере. Because in the world, потому что в этом мире успех означает, что ты не имеешь никакие раны. И все прекрасно. И все выглядит так хорошо. Прекрасно выглядит на поверхности. Но когда ты смотришь на Иисуса, Он никогда не прятал свои раны, потому что в Его ранах была Его победа. Помоги мне кто-нибудь. In his wounds, в его ранах течет исцеление от Господа. Мы смотрим на эти раны как на признак слабости. Но Бог смотрит на эти раны, и Он хочет сделать кое-что с этим. Why have people in the world such a hard time to believe in the Lord and in the gospel? Почему в мире у людей так много проблем с тем, чтобы веровать Господу или Евангелию? Причина в том, что они не хотят показывать свои раны. Фома, очень многие из нас похожи на Фому в западном мире. Он сказал, я не могу поверить, пока я не увижу твои раны. There is many people around us today. И очень много людей вокруг нас. Они не смогут поверить, потому что они не видят никакие раны. Знаешь, когда у тебя есть раны, это говорит о том, что ты живешь реальной жизнью. У тебя реальная жизнь. У тебя есть также сердце. Ты через что-то проходишь. И когда ты живешь своей жизнью, не боишься, не стыдишься.
But by the grace of God, by the association of Но благодаря благодати Божьей ты позволяешь Господу использовать твои раны. And when he uses your wound, и когда ты используешь свои раны, люди могут видеть, потому что у них тоже очень много ран. И они могут увидеть и верить, поверить, как ты проходишь через свою жизнь. В этом мире и в твоей жизни мы не можем избежать того, чтобы не быть израненными. Но мы можем научиться поступать с этими ранами, с этими обидами, как с нами обходится. Давай я дам тебе 4 пункта, как обращаться с этими ранами. Первое. Понимая и принимая условия жизни. На этом пункте я могу остановиться очень долго, но я не сделаю это. Просто прими условия жизни, не просто пойми, но также необходимо принять. Как я сказал до этого, иногда мы бываем ранены, и это условия жизни. Ты не можешь прожить жизнью, чтобы тебя никогда не ранили. Второе. By taking our wounds to Jesus' wounds. Возьми свои раны и приложи к ранам Иисуса Христа. Просто приди к Иисусу со своими ранами и отдай Ему свои раны. Это так чудесно с Иисусом. Он знает, как ты чувствуешь. Ты знаешь, через что ты проходишь прямо сейчас. В Стокгольме, где я живу в Швеции, несколько лет назад, я в Стокгольме я увидел буквы, и было написано: Иисус есть ответ. Yeah, that's true. Айо, дача шмарите. Это правильно. The next day, на следующий день я проходил мимо этого места, и кто-то добавил: What is the question? А в чем вопрос? We know that in church, мы знаем, что в церкви у Иисуса всегда имеется правильный ответ. Если ты здесь первый раз, и если мы скажем Иисус, когда мы говорим об Иисусе, никто не знает, кто только пришел или кто в церкви. Иисус единственный ответ. Но знаешь, но мы не имеем пользы от ответа, если мы не поймем вопрос. Иисус есть ответ, но важно, что Он понимает вопрос. А в чем вопрос? Трудности, падения, страх, тревога. И это все те вопросы, с которыми живет человечество. Если ты сегодня встретишься с Иисусом, ты не встречаешься с клиническим Иисусом. Ты встречаешься с тем, кто имеет сердце. И Он был там, где ты сейчас. И Он сидит там, где ты сегодня сейчас. Он был искушаем во всем, во всех страданиях. И Он знает, что такое быть оставленным и одиноким.
Он знает все эти условия жизни. И когда ты приходишь к Нему, ты находишь милость, находишь сострадание и чувствуешь Его сердце. Когда Лазарь, он умер, Иисус сказал, пойдем и пробудим его. И когда они пришли к нему, где он был похоронен, он знал ответ, но все еще. Когда он увидел Марфу и Марию, он начал плакать. И он плакал вместе с ними. Но ведь это же не нужно тебе, Иисус. Ты же знал уже ответ в это время. Ты знал, что ты собираешься делать? Почему ты встал и плакал с ними? Потому что Иисус также знал вопрос. Скажи «Аллилуйя». Он просто взял время и плакал с этими сестрами, прежде чем воскресить Лазаря. Вот это путь Иисуса. Как Он действует. И я так благодарен Ему за это. Когда я встречаюсь с Ним, и это похоже на встречу с матерью, она очень сильной женщиной была и счастливой. Но она жила в определенной реальности. Я видел ее раны. И для меня Бог стал более великим из-за всего этого. Иисус знает вопрос, и Он дает нам ответ. Третье. Практиковать прощение ежедневно. Потому что это путь к исцелению. Когда мы открываем дверь прощения, ты знаешь, на шведском слово «прощение» звучит вот так, «флот». Genius. И это означает прощение. И это в точности то же самое слово, которое используется как занавес. То есть занавес был в храме. И когда Иисус умер, эта завеса прорвалась. И все мы можем ходить во святилище Божье из-за этого прощения. Когда ты смотришь словарь шведский, и когда ты смотришь корень слова прощения, ты найдешь это, этот смысл. И это слово приходит именно из-за этого случая. Когда я прощаю, занавес порывается, и я могу входить. Если я не прощаю, знаешь, тогда занавес передо мной. Прощение не порванное, а прощение открывает путь, чтобы войти во святое святых и получить исцеление. Если ты не хочешь прощать, ты не будешь исцелен. Причина, почему иногда людям очень сложно прощать, это они акцентируются на том, чтобы забыть.
Но не в этом сила прощения. Сила прощения, чтобы это позволить уйти, отпустить. В действительности есть очень много вещей, которые ты не забудешь. Бог хочет, чтобы это было с тобой. Но ты можешь оставить весь суд и оставить всякую вражду, мстительность. Ты должен отпустить человека, который сделал что-то плохо против тебя. И Аллилуйя. You know, I don't forgive you. Если я не прощаю тебя из-за тебя, я прощаю тебя из-за себя, потому что мне необходимо это прощение, иначе мои раны не могут быть исцелены. Мне нужно отпустить тебя. Otherwise, в противном случае я окажусь в тюрьме. The Lord is with us also today. И Господь сегодня здесь с нами. So when I forgive you, когда я прощаю тебя, я отпускаю тебя, и я говорю, I'm letting you go. Я позволяю тебе уйти. Куда ты идешь? Я отдаю тебя Господу. Потому что Он есть мое возмездие, воздаяние. Because somebody says, well, the Lord. Знаешь, не говори аминь, потому что некоторые говорят, что Господь воздаст тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Fire. Огонь. Let me tell you how God is doing His revenge. Позволь мне сказать, как Бог воздает. Он из Савла делает Павла. Аллилуйя. Аллилуйя. Think about Paul. Подумай о Павле. Когда он спасся, Бог воздал ему, он был много раз арестован, и у него было такое любящее сердце, что он снова отправился к тем людям, которых до этого он гнал. И убивал, и они ужасались его. И вот теперь он возвращается к ним, чтобы помочь и служить этим людям. Вот это Божий путь воздаяния. Когда ты молишься за своего мужа и прощаешь его, и отдаешь в руки Божьи, но ты стоишь в позе судьи. И Бог приходит к твоему мужу. И тот, который привык к тому, чтобы бить тебя и обращаться очень плохо, он наполняет его сердце своей любовью и превращает Савла в Павла. Аминь. Но его покаяние также пробует тебя, испытывает тебя. В самом ли деле ты простил его? Если я прощаю, то я отпускаю. Слава Господу. Когда я научился этому, мне стало намного легче прощать. Больше я не фокусировался на том, чтобы забыть. Я стал более акцентироваться на том, чтобы отпускать людей. И в самом деле понял, что нужно
вспомнить, потому что Бог использует эти вещи, которые происходят с нами. Можешь сказать «Аминь»? И четвертый пункт. By allowing the process of healing, позволяя процессу исцеления, этим ты позволяешь, чтобы твоими ранами исцелялись также другие. Через твои раны исцелялись также другие. Когда у тебя есть свои раны, у тебя есть призвание. Когда я вижу это, я очень удивлен бываю, потому что я получал очень много ран, очень много ран получил. Умер мой отец, потом умерли мои две дочки. Старшей было 25. И это разбило наши сердца. И долгие годы я служил Господу и помогал молодежи. И мы отдали свою жизнь им. Но самый близкий, и для каждого родителя это так, это его дети. И моя дочка была такой прекрасной, и она оставила нас. Я никогда не могу забыть это. Я думал, что все кончено для меня, потому что я больше не могу проповедовать. Я не смогу снова сделать это. И тогда мой пастор Ульф позвал меня и сказал: «Стефан». Он больше ничего не сказал. Он просто плакал со мной. И мы вместе плакали. Он плакал. Ни одного слова. Но я почувствовал исцеление. Приходит в мое сердце. Это было 8 лет назад. И тогда я думал, я никогда не буду прежним. Как будто я потерпел кораблекрушение. Те, которые знают меня, what that kind of testimony does. Но знаешь, что делает такое свидетельство? Я открываю свои двери, чтобы ты мог увидеть мое сердце. And all of a sudden, you and I, do you have yes? Ты и я. Мы имеем контакт в этот момент, потому что я показываю свои раны тебе. Но знаешь, я был ранен, но кровь не течет. Это зажившие раны. Раньше кровь текла, но сейчас это зажившая рана. Я исцелен. Аллилуйя. Но у меня все еще есть эти раны. Как Иисус поступает с тобой? Он проведет тебя через все это, и Он исцелит твои раны. И это фантастично. И это все.
И не просто Он исцелит тебя, Он использует эти раны для своих целей. So when you are coming through this, и когда ты пройдешь через все это, Jesus has been in your wounds. Иисус будет в этих твоих ранах. И Он спрашивает, могу ли я иметь доступ к твоим ранам? Потому что через эти раны я буду служить своими ранами. И буду исцелять людей, которые рядом с тобой. Я слышал очень чудесное свидетельство о консультации. Человек, который был из университета Орла Робертса, и он говорил, лучшие консультанты — это те, которые сами имеют раны. They don't only know the answer. Потому что у них не только ответ, который они читали из Библии, но они прошли сами через все это. В самом деле, у меня была проблема доверять людям. И сложно доверять людям, которые не показывают свои раны. Почему они это скрывают? Возможно, они хотят выглядеть лучше. Почему они скрывают? Если Иисус первое, что сделал, Он показал свои раны. Эти раны помогли. Helpers that we can call bleeding helpers. Նույնպես կան օգնականներ, որոնց որ մենք կոչում ենք այդ վերքերից դեռ աժուն է հոսում. Есть такие помощники, у которых раны ещё не зажили, и кровь течёт. И это те люди, которые ещё сами не решили свои вопросы. И кровь ещё течёт из этих ран. И когда ты общаешься с таким человеком, они могут дать хороший анализ, сказать хорошие слова. Но когда ты говоришь с ними, ты как будто чувствуешь, что их кровь на тебе, потому что эти раны не зажившие. И кто-то спросил у меня, Стефан, когда я уже прошел этот тест, эту проверку. Когда я могу стать тем, кто помогает другим, использовать свои раны для Божьей славы? Я покажу вам такую картину. Был старые времена был человек, который он делал сосуды глиняные. И один человек пришел и смотрел на то, как он работает. И когда он смотрел, он увидел, что мастер взял этот сосуд и положил в печь. А потом снова снял оттуда. А потом снова вложил. И снова клал и вытаскивал оттуда. И в конце концов он когда снял и положил на шкаф, где уже готовые сосуды. И тот, который смотрел, он поинтересовался и сказал, ты снова клал этот сосуд в печь. Как ты понял, что этот сосуд уже готов? И тогда этот мастер сказал, когда я положил его в печь и вытащил, я стучу по этому сосуду. И сейчас вот интересный ответ. И когда сосуд поет мне,
then I know it's ready. Я знаю, что он уже готов. Hallelujah. 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 Stefan. Stefan. When am I healed? Stefan, когда я исцелен? Когда новая песня есть в твоем сердце. Жизнь побеждает смерть. И жизнь выходит из тебя. И ты поешь новую песню Господу. Аллилуйя. Слава Господу. И это работа Духа Святого. Когда Он шаг за шагом исцеляет тебя. И через некоторое время из тебя исходит новая песня. Эта жизнь исходит из твоей жизни, из твоих мыслей, из тебя. И ты снова хочешь жить. И ты снова достигаешь жизни. И ты говоришь, я снова хочу жить. И есть новая песня внутри твоего сердца. Я сказал аллилуйя. Аминь. Так много людей, которые ранены, но не исцелены. И когда ты ранен, но не исцелен, пожалуйста, не пиши книгу об этом, потому что много книг, которые не нужно было писать, потому что они показывают все свои раны, все свои обиды и боли. Они анализируют, но не дают ответ. Иисус хочет, чтобы ты дошел до конца и вышел на другую сторону. И когда ты смотрел обратно на свои раны, чтобы не было никакой боли, никакого запаха из этой раны. И никакого яда не было в этом. Потому что в этом мире все, что происходит с людьми ранеными, это то, что они сами ранят других. Но в Царстве Божьем раненые люди, те, которые вложили свои раны в раны Иисуса Христа и ходят с Иисусом Христом, и прошли через долину смертной тени и вышли на другую сторону. В этом пути они уже начали петь новую песню Господу. Я хочу чувствовать, я могу чувствовать помазание прямо здесь, сейчас. Где-то там в тебе поднимается новая песня. Ты выходишь из печи, и мастер стучит по твоему сосуду. И если звук такой, у нас так много таких людей с таким звуком, глухим. Ты встречаешься с ними, и от них исходит глухой звук. И ты говоришь, как ты? И их ответ. Вот такой у них ответ. Мы с Бакратом, как оперные певцы хорошие тут. There is two very strong things when you write letters. Есть. We have the exclamation mark.
намакимеш каревор, арачине бацак канчак. Знаете, есть два важных фактора, когда ты пишешь сообщение или письмо. И ты ставишь определенные восклицания в этом. After I love you. После того, как пишешь «Я люблю тебя», когда Иоанн Креститель увидел Иисуса впервые, он сказал: «Посмотрите, вот Агнец Божий, который возьмет на себя все грехи этого мира». И восклицательный знак в конце. И этот восклицательный знак носит в себе пророческое знамение. И это... Когда мы последуем за Иоанном Крестителем, когда он находился в тюрьме, и он посылал письмо Иисусу, он писал: «Ты ли тот, кого мы ожидаем?» И он перешел от восклицательного знака к вопросительному. И в чем этот вопрос? Знаешь, в этом была депрессия. Как будто восклицательный знак прошел через депрессию и превратился в вопросительный. If we have any question marks here today, у тебя есть такие вопросительные знаки? И ты говоришь: «Господь, почему ты позволил этому произойти? Я не понимаю». Then God wants to walk with you. И Бог хочет ходить с тобой и укреплять тебя, поднимать тебя, чтобы снова превратился в восклицательный знак, чтобы ты вышел из такой жизни. Чтобы ты пошел к восклицательной жизни. Вот такой. This is what God wants to do in your life. Вот что Бог делает с твоей жизнью. Аллилуйя. Слава Господу. Когда Ной видел, хотел посмотреть, что происходит в мире, и отошли эти воды или нет, он посылает голубя, и голубь возвращается. И потом он снова посылает голубя через 7 дней. И он ожидает 7 дней. Но этот голубь не возвращается. Терев, лиш, лиф, терев, релиф, терев. Потом он возвращается, потом этот голубь возвращается с маленьким листочком. И это жизнь, признак жизни. Он ожидает еще 7 дней. Голубь никогда не возвращается больше. Потому что он нашел новое начало в своей жизни. Вот в этом процесс исцеления. Шаг за шагом. Ты входишь в эту новую жизнь от вопросительного знака к восклицательному. Аллилуйя. Да, давайте поаплодируем. И когда Бог стучит по твоей жизни, песня поднимается внутри твоего сердца. Лучшая песня поклонения. Лучшая для Него. Начиная от удивительной благодати, как ты велик, рождается из сердца тех людей,
tremendous hardship. Которые проходили через ужасные трудности. Но благодаря благодати Божьей и Его милости и божественной чудесной способности Господа, которая может воскрешать умершее. У нас есть песни сегодня, которые мы никогда не устанем петь, потому что они родились внутри сердец людей. Пусть выйдут служители прославления. Ты принял сегодня слово? Отец, there are so many wounded people here today. Так много раненых людей тут. And there are so many things you want for them to do. И так много всего, что ты хочешь сделать для таких людей. Ты знаешь каждого. And you have a purpose for every person. И ты имеешь цель для каждого. Help us, O Lord. Пожалуйста, помоги нам, Господь, открыть наши сердца Тебе сегодня. Полностью и совершенно. Чтобы ты мог принести исцеляющее масло в эти раненые души. Я обнаружил, когда я проходил через глубокие, через сложности, сильные испытания. За этим меня ожидало мое призвание. Если ты хочешь служить Господу в любой сфере, ты должен понимать, что ты встретишься с испытаниями, страданиями. Почему? He wants you to understand. Потому что Он хочет, чтобы ты понимал вопрос. Иезекииль, который был призван Господом, чтобы проповедовать евреям от сердца к сердцу, тем, которые восставали, бунтовали. И когда он получил призвание, он пошел к ним. И он сел с ними 7 дней. Самая большая сила в том, и чудесная возможность прийти к человеку и сказать ему: «Я с тобой». Прямо сейчас. Я был там, где ты сейчас. Я был там, но Иисус помог мне. И Он поможет тебе также. Ты даже не можешь представить себе все те матери и отцы, которые зовут меня. Они зовут меня из-за того, что вот такое случилось с моей дочерью. И спрашиваю я их, почему вы меня позвали? И они говорят: мы доверяем тебе. Потому что видим твои раны. Для меня. Который проходил так много трудностей, и это исцеление для меня. Когда я проповедую тебе сегодня, Иисус исцеляет меня. Я раненый человек, но в то же время я исцеленный человек. Аллилуйя. You say, how can you live with that? Du karogh es asel iski inchpes karogh es aitpes aftai. И как ты можешь так жить? Du petke haskanas yerknayin mak. Ты должен понять небесную математику. Аллилуйя. The heavenly mathematics, the heavenly. И небесная математика. Things. Yerknayin mathematikan kam yerknayin baner. Is that you sit in heaven? Dasa yerfor du nstats es yerknayin. Когда ты на небесах. But you are also on earth. Bas noypes yerkri vera. И на земле в то же время.
You are there and you are here. Ты как будто и на небесах, и на земле. И ты сильный, но ты слабый. You are happy, ты счастливый, и ты плачешь. Вот это и есть небесная математика. Аллилуйя! Слава Господу! Я перестал молиться. Господь, убери мои раны. Вместо этого я сказал, Господь, если возможно, используй мои раны. Do you want to pray that today? Можешь ты молиться такой молитвой сегодня? Are you willing to хочешь ли ты позволить Иисусу, чтобы Он достиг твоих ран? Can you live with the thought? Можешь ли ты оставить эти мысли, что But can you also live with the thought? Բայց նույնպես կարող ես դու ապրել այսպեսի մտքով. Твои раны всегда будут с тобой. Но они больше не будут причинять тебе боль. Քեզ ցավ չեն բերելու. Они не будут причинять тебе боль. Այս առավոտյան. В это утро. There are people, կան մարդիկ. Есть люди. Որոնք երբեք չեն հանդիպել the scar mark Jesus. Иисус никогда не встречались с ранами Иисуса. Դու երբեք չես հանդիպել այդ Никогда ты встречался с раненым Иисусом. Բայց այսօր դու կարող ես նրան հանդիպել. Но сегодня ты можешь встретиться с таким Иисусом. И мы хотим помолиться за вас. Ովքեր այսօր առաջին անգամ Те, которые пришли первый раз и хотят сказать: Иисус, ты можешь помочь мне? У меня так много ран. Maybe some of the wounds you have. Возможно, какие-то раны, которые ты имеешь. Это из-за твоих грехов. Но Иисус никогда не будет осуждать тебя. Он взял и эти раны на себя. И даже если это так, ты чувствуешь свою вину, Иисус никогда не будет осуждать тебя. Если ты как Фома, Иисус, покажи свои раны. Он восстановит тебя. Ты готов принять это и сказать: Иисус, приди в мою жизнь. Я нуждаюсь в Тебе. Спаси меня, исцели меня и используй меня для своих целей. If you want us to pray for you, если ты хочешь, чтобы я помолился за тебя, просто подними свою руку сейчас. И те, которые хотят принять Иисуса, тоже поднимите свои руки. Поднимите свои руки и встаньте. Давайте все вместе встанем. You that raised your hand. Դու կողքեր ձեռքերը բարձրացրեք. Те, кто подняли руки. Please come forward. Пожалуйста, выйдите вперед. Если вам необходима молитва прямо сейчас. Եկեք առաջ, որտեղ լինեք. Где бы вы ни были, пожалуйста, выходите вперед. Те, кто хотят принять Иисуса Господом. Խնդրում եմ, եկեք Let's worship the Lord. Давайте поклоняться Господу. Իսկ առաջին անգամ եկեք. Те, кто в первый раз пришли, пожалуйста, выйдите вперед. Поклоняйтесь Господу. Иисус, Иисус, Иисус. Аллилуйя.
wait a little bit longer. Я подожду немного, чтобы все смогли выйти вперед, те, кто пришли первый раз, чтобы они открыли свои сердца и приняли Иисуса Господом, потому что Иисус тут. Спасибо, Иисус. Это очень драгоценный момент, важный момент, святой момент. Когда ты приходишь со своими ранами к Иисусу, ты приходишь с открытым сердцем и говоришь: «Иисус, помоги мне. Я не могу сам себе помочь. И я нуждаюсь в Твоем прикосновении. Я нуждаюсь в Твоей помощи. Создай во мне, Иисус, новую песню». Come, please. Пожалуйста, выходите. Аллилуйя. Аминь. Where are we going to pray now? Thank you, когда Mom. Мы сейчас помолимся, и я попрошу, чтобы каждый, кто находится сейчас в церкви, пожалуйста, оставайтесь на своих местах, не двигайтесь, мы будем молиться, потому что Иисус здесь, и Он слышит наше каждое слово, то, что мы помолимся Ему. И Он войдет в ваши жизни и со своей исцеляющей силой. Аминь. Мы можем помолиться. Повторяйте за мной. Дорогой Иисус, мы стоим пред Тобой. Я раненый человек. И у меня так много ран. But today, Jesus. Но сегодня, Иисус, I heard about your wounds. Yes, я услышал о твоих ранах. Jesus, I take your hand. Иисус, Иисус, я хочу взяться за твою руку. Thank you for receiving me. Спасибо, что ты принимаешь меня into your life. Свою жизнь. And Jesus. Иисус, прости меня за все неправильное, что я делал в своей жизни. И я прошу Тебя, Иисус, исцели и восстанови мое сердце. Спасибо Тебе, Иисус. Войди в мою жизнь сегодня. Иисус, если это возможно, можешь ли ты что-нибудь сделать со своими, с моими ранами? Можешь ли ты использовать эти раны? Я отдаю их тебе. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу попросить, чтобы служители церкви пришли и стали за этими людьми. Все те, которые в первых рядах, чтобы каждый встал. Аллилуйя.
And then I want you to turn around. И, пожалуйста, повернитесь, те, которые помолились, и вы увидите человека перед собой. Они хотят поприветствовать вас, сказать добро пожаловать в семью Божию. Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Аминь. Я прошу также, те, кто пришли первый раз, мы хотим вам сделать маленький подарок. Это лучший подарок, который мы можем вам сделать. Это Новый Завет. Служители вам раздадут. Пожалуйста, начните читать с Нового Завета, и вы увидите, что говорит вам Иисус. И прежде чем раздадут эти подарки, мы помолимся, чтобы Божья защита была на вас. Пожалуйста, зал, помолись за этих драгоценных людей. Иисус, мы благодарим Тебя за каждого. Мы отдаем их Твои святые руки. Господь господствующих и Царь царей, мы благодарим, что они сделали этот шаг, чтобы Ты вошел в их жизни. Мы молимся, чтобы Твои благословения были в их жизнях, семьях и во всех их делах, чтобы Божья сила Твоя была наполнила бы их жизни. И пусть все демонические силы будут разрушены. Пусть будет исцеление за этой молитвой, чтобы Ты вмешался в их жизни и чтобы принес их к познанию истины, чтобы охранял Ты их на всех путях от всякой опасности злых людей, и чтобы Иисус был велик в их жизни. И все сказали «Аминь». Пожалуйста, садитесь на свои места. Спасибо Тебе, возлюбленный Господь. Мы славим и благословляем Тебя. Мы благодарим, что Ты наши раны сделаешь свидетельством, которое исцелит другие жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу за сегодняшнее прекрасное слово. Рана Иисуса Христа исцеляет людей. И пусть Господь поможет, чтобы наши раны тоже исцеляли других. Аминь. Слава Господу. Возлюбленные, мы закончим молитву «Отче наш», но на следующей неделе у нас будет прекрасное служение, и мы ожидаем вас. Пожалуйста, пригласи еще кого-то, кто еще не принял Иисуса. Пригласи его сюда. Давайте вместе помолимся молитвой «Отче наш». «Отче наш, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аминь. Парк Иисусин. Аллилуйя. Давайте прославим Господа еще одной песней и доброго вам пути. Oh,
Христос, Сын.